Старуха с кошелем. Альбрехт Дюрер, 1507 год. Красавицей старушку не назовешь, но, конечно, Дюреру не откажешь. Ничего не пропустил Дюрер Альбрехт, великий немецкий живописец, рисовач, гравер, теоретик искусства, основоположник искусства немецкого возрождения. Остатки седых редких волос на голове, сохшиеся мочки ушных раковин, осыпавшиеся брови, смятое маловыразительное морщинистое лицо со складками сухой истонченной восковидной кожи, особенно заметно измененной на веках и губах. Веки истончены настолько, что розовеют от просвечивающейся в капиллярах крови, а губы напротив бледные и бескровные из-за огрубевшей на них слизистой оболочки. Рот полуоткрыт. И видны два сохранившихся еще зуба. Кожные покровы шеи и верхние части обнаженной грудной клетки и руки сморщены, и эти скукоженные морщины переходят на некогда нежные покровы опавшей и свисающей опустошенной груди. Перед нами старая женщина, старуха в полном понимании реальности этого жесткого термина, более сочувственно воспринимаемого на вид и на слух, нежели слово «старик». Не совсем понятно, почему эта старая женщина изображена с кошелем денег в руках. Не хочется думать, что она их заработала тяжким и унизительным путем, хотя ее красная накидка на голое тело позволяет всякие допущения. Оставим ее в тех временах. Они не намного лучше наших для судеб иных женщин. Портрет написан в Нюрнберге по возвращении Дюрера из второй поездки в Венецию. Представленная картина мастера необычна тем, что имеет две стороны. На обороте портрета уродливой старухи с мешком денег, вероятнее всего, изображен Вильгельм Халлер, зять богатого торговца Матеуса Ландауэра, заказчика знаменитой картины Дюрера «Поклонение Троице». Полагают, что это две стороны медали. Несчастливого брака Халлера с Доротеей Ландауэр. Своего рода назидание портретируемого самому себе.